Приветствую вас, драгоценные мои, в прямом эфире. Я Максим Максимов, и это время общения. Сегодня мы говорим об имени Иисуса Христа, это третья часть. Вначале я хотел бы сказать, приветствую всех вас. Вы смотрите нашу интернет-общину Дом Веры, и я приглашаю вас присоединиться к нашей общине. Пусть Бог благословит вас, чтобы нас найти на интернете, наберите домверы.ру, если вы найдете, то тогда вы, вот здесь написано, то вы сможете мне писать комментарии. Прошу, благодарю Бога за каждого человека, кто сейчас со мной в прямом эфире, я вижу всех этих людей, кто присоединился, приветствую, приветствую всех, Джейнету приветствую из Англии, шалом, дорогая, славу приветствую, Александру из Каменогорска приветствую, приветствую Ольгу из Караганды, Янус Москвы, с Дмитрий с Воронежа, мир вам, всех, всех, кто здесь появляется, комментирует, я вижу, благословляю, именем Иисуса Христа. Алена из Белогородской области, приветствую, дорогая сестра моя. Наталья из Харитонова, из Мизури тоже приветствую. Всем, 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 кто мне пишет, привет, 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 люблю вас, ценю и благословляю. Рад, что вы со мной в прямом эфире. Пусть Бог благословит. Вот вижу, Сергей и Ирина из Испании подсоединились, говорят привет. Марина Казанская, Слава Кузнецкая, тоже приветствую. Всех приветствую. Сегодня мы продолжаем говорить об имени Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя за время общения, которое Ты мне подарил с этими драгоценными людьми. Превозношу Тебя, прошу Тебя, пусть Слово обильно вселяется в каждое сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, возьмите кружечку кофе. Давайте приготовимся, возьмем кружечку кофе и начнем. Итак, мы с вами говорили о потерянной силе в имени Иисуса Христа. Вообще, сегодня очень многие люди потеряли силу во Христе потеряли силу имени. Они, конечно, верят, они, конечно, поют песни, они, конечно же, общаются, молятся, они, конечно же, делают всякие там нужные и ненужные дела, но у них, они не используют имя Иисуса Христа в полной мере. Для них имя Иисуса – это приговорка в конце молитвы во имя Иисуса Христа. Аминь. Не просто во имя Иисуса Христа, аминь, дорогие мои. И имя ⁇ это власть. Человек, я вам в первой передаче рассказывал, человек, который имеет право использовать имя, тот человек обладает очень большой властью. Если тебе президент дал распоряжение, он подписался распоряжением и дал власть тебе своим именем президента страны. И он подписал свое имя. Всякий раз, когда документ подписывается, там ставится имя. Помните, мы вчера говорили о Пинуэле. Пенуэл, где Иаков боролся с Богом, и Бог сказал, он вцепился, благослови Иаков, говорит, Бог ему говорит, как имя твое, он говорит, Яша, хитрый, Бог говорит, будешь Израилем, и тогда Иаков говорит, подпишись, имя твое как, а Бог сказал, а на что ты спрашиваешь, и Бог не подписался, и следующий, это 32 глава, 35 главе, снова Бог переименовывает Иакова, и Иаков уже пришел правильно, он сказал, идем в Эфиль, оставим идолов, очистимся, сменим одежды, принесем жертву. Пять шагов, которые необходимо каждому вешу сделать. И после жертвы Бог приходит и говорит, как имя тебе? Он говорит, а Бог ему говорит такие слова, ты Яков, все еще Яков, с 32 главы по 35, но теперь я тебя называю Израиль, и теперь Провозгласил Бог имя свое, Бога Всемогущего. Если Бог подписывается, ставит свое имя, тогда это по-настоящему. Очень важный момент. Если, если Бог подписывается под э, своими действиями, если Бог подписывается, хороший вопрос. А поставит ли Бог свое имя? Многие люди думают, ваша ценность в том, что вот вы сможете сделать в жизни. Твоя значимость и величие то, что я смог сделать. В действительности, твоя ценность не в том, что ты состряпал, а в твоя ценность в том, подписался ли Господь в твоей жизни. Поставил ли Бог свое имя на тебе. Поставил ли Бог тебе поставил ли Бог Имя. Аллилуйя. Знаете, что произойдет со святыми? А, давайте откроем Библию. Я, наверное, сейчас найду это место Писания. Сейчас ко мне на память пришло одно место из Библии. Вообще любите Библию. А, и здесь послание послании семи церквям. Пожалуйста, эту камеру включите. И здесь написаны такие слова: а, а, Обращается к семи церквям, а, он и говорит: бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Uh, и он говорит, ба 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 посмотрите, как очень важно. Uh, это написано в Откровении 3 глава. Откровение 3 глава, и буду читать 12 стиха. Вообще здесь написано о семи церквях. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая церковь. Это семь уровней. Первая церковь, там написано, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Это в, в, в Откровении второй главе. И написано, э, имеющий ухо слышит да слышит, побеждающему нам вкушать от древа жизни. Последняя, седьмая церковь, побеждающего поставлю. Если вы не слышали, это мою пробовать. Вам обязательно нужно найти. Называется «Семь побед э, побеждающего посажу на престоле». Первое, вкусить от древа жизни. Последняя ступень, самая высокая, это э, сесть на престоле. Так вот, перед седьмым, перед седьмым уровнем, перед седьмой победой, есть победа. Шестая. А, и это фи фи филадельфийская победа. А, смотрите, что здесь написано. А, побеждающего, 12 стих, это перед тем, как сесть на престоле. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя Града моего, Нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога. И... Мое имя новое. Имя мое новое. Господь говорит, я напишу три вещи. Побеждающий будет носителем имени Бога, имени Града и моего нового имени, говорит Иисус Христос. Потрясающе. Другими словами, мы об этом можем говорить о семи уровнях. И я возьму время, буду учить вас об этом семи уровнях, как подняться до седьмой, на, на седьмой э, уровень. Но перед седьмым уровнем происходит такая вещь. Он делает тебя столпом, он делает тебя столпом в храме Бога. Вау! Ты можешь быть столпом. Об этом сказано в Писании. Это не для каких-то некоторых там людей. Это говорится о тебе. Аллилуйя. Ну я не О тебе, дорогой человек. Ты сейчас смотришь и думаешь, ну это, когда такие места читаются, всегда это о ком-то ком другом. Это речь идет о тебе. Прими это писание к себе лично. Господь хочет тебя сделать не просто там пылью, а, мозолью в теле, а, мышкой. Он тебя хочет сделать столпом. Он хочет тебя сделать столпом, дорогой человек. Он из тебя делает, он из тебя сделает столб. Аминь. Итак, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Если он тебя делает столпом, он пишет имя Бога, имя Града и свое новое имя имя иисуса христа по-новому должно быть записано на нас если господь подпишется если господь подпишется если если господь подпишется то тогда то тогда вы можете э, рассчитывать вы можете рассчитывать на то что вы станете носителями имени а где ношение имени там и та же власть что у имени Имя имеет власть, Его имя превыше всех имен вознесено и будет, и мы будем об этом еще говорить больше, Его имя выше всех имен. Если ты, на тебе написано Его имя, ты носитель Его имени. А это значит, что ты носитель власти. Это значит, что ты носитель сверхъестественного. Ты сейчас слушаешь и думаешь, я? Да. Ты. Вот я сейчас вот к этому человеку обращаюсь. Вот к тебе, да. Не отводи взгляд от меня. Вот я прямо четко на тебя показываю. Да, да, ты, 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 ты. Но я, я не чувствую. Мало ли, что ты чувствуешь. Если ты сын царя, даже если тебя чувствуешь, что ты что-то не то, ты все равно сын царя, носитель имени. Имени отца. Амин. Потрясающе. Итак, быть носителем имени Божьего. Многие христиане забыли силу в имени Иисуса Христа. И мы с вами вчера говорили, что наша вера вера в имя Иисуса Христа. Нам необходимо верить Его имя, и наше упование упование в имя Иисуса Христа. Наша жизнь в имени Иисуса Христа. И э, вот мы с вами э, как бы все вот эти пункты проходили. Давайте сейчас снова пробежимся, бегло. Э, вера во имя Иисуса Христа. Я просто прочитаю. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Э, люди, видя чудеса, которые не творил, уверовали во имя Его. Э, Неверующий осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божьего. Ради веры во имя Его, имя Его укрепилось, его, и Он вызрел. Заповедь так, чтобы вы веровали во имя Его Сына Иисуса Христа. Это заповедь. Сего на написал вам Иоанн пишет верующим во имя Сына Божьего. И дальше покаяние, первый пункт веры, покаяние. Всякие верующие в него получат прощение грехов именем Его. А, проповедано быть Его и проповедано и проповедую быть во имя Его покаянию, прощению грехов во всех народах. Покаяние во имя Его. 1 Иоанна 2.12 написано, прощены вам грехи ради имени его. И 1 Коринфянам 6.11 но «Ну, омылись, осветились, оправдались именем. Мы оправдываемся, получаем прощение, покаяние именем Иисуса Христа. Дальше, спасение, деяние, 4 глава, 10 стих. Деяние, 4 глава, 10, 11, 12 стих. Потрясающе, мы с вами читали, я просто кусочек вырву оттуда. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы, было возможно спастись. Нет другого имени, только имя Иисуса Христа. Только имя Иисуса Христа. Не делайте из Бога папочка, папочка, папочка. Некоторые так сильно делают из Бога папочку, Конечно, Он Отец Небесный. Но, дорогие мои, когда для нас открывается имя Иисуса Христа, только в имени Иисуса Христа, мы должны веровать, мы получаем прощение и спасение в имени Иисуса Христа. Дальше мы с вами говорили, я просто обзор делаю, но это так восхищает меня, что спасение в имени Иисуса Христа и проповедовал во имя Господа Иисуса Христа. Деяние апостолов 9.27. Римлянам 1.5. Покорять вере народы. Во имя его покорять вере народы. Дорогие мои, во имя его покорять. 2 Коринфянам 5.20. Написаны такие слова. Итак, мы посланники от имени Христова. Аллилуйя! Мы посланники от имени Христова. А чего имени вы пришли? А, я от кара, от А, проходите, садитесь. Когда у тебя есть правильное имя, когда у тебя есть, ты носитель имени, когда, когда Бог дает тебе возможность и говорит, используй мое имя, о слава, о слава, о слава, о слава. Имя Иисуса Христа. Он превыше он царь царей, слава ему, он достоин, превышившись, мы проповедуем во имя Иисуса Христа. Откройте Матфея 12 глава. Если кто-то ведет конспекты, будет потрясающе. Прошу вас, ведите конспекты, записывайте. Продолжаем. Итак, Иоанна 20 глава, 31 стих. Как говорят в Германии, eins und dreißig. Евангелие от Иоанна 20.31 Сие же написал вам, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос и Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Имели жизнь во имя Его. Мы имеем жизнь во имя Его. В Его имени, во имя Его мы имеем жизнь. Аминь. Следующий пункт: мы имеем жизнь во имя Его. Знаете как, у меня есть жизнь, а твоя жизнь во имя Его или Где-то рядом. Твоя жизнь в имени Иисуса, или... или просто ты существуешь, упоминая об Иисусе Христе. Вообще с именем Божьим одна из десяти заповедей говорит: Не упоминай имя Господа Бога в Суе не говори просто так имя. Его имя свято. Его имя и трепещут перед ним. Его имя велико и славно. Он Господь, Он Бог, Он Царь. Аминь. Наша жизнь во имя Его. Или в чье имя? Большинство людей строят свое имя. И они поднимают свое имя. И они поднимают себя. И они себя, свое имя превыше всего делают. Дорогой человек, давай поднимем имя Иисуса Христа. Давай жить во имя Его. Если мы начнем жить во имя Его, ты увидишь, какое благословение Бог приготовил для каждого. Какое благословение Бог приготовил для вас. Бог приготовил для вас потрясающее, потрясающее благословение в Его имени. Матфея 12, 21. Откройте, пожалуйста. Матфея 12, 21. Матфея 12 глава, 21 стих. Здесь сказано, очень лаконично и просто. «И на имя Его будут уповать народы». Мы уповаем на имя Его. Мы уповаем на имя Иисуса Христа. Уповать — это полагаться, ожидать, полагаться. Уповать — это значит глубоко верить. Это, это, это иметь опору в Его имени. Я опираюсь на Его имя. Я утверждаюсь на Его имени. Уповать это значит крепко держаться На его имя уповать будут народы Итак, следующий пункт Народы уповают на его имя Нам необходимо уповать Не просто на Божью помощь, на его имя Дорогие, помощь приходит к тому, кто является носителем имени Если вы придете э, к моей жене и скажете Дайте мне, пожалуйста, стул Она скажет Почему? Почему-то я вам стул давать должна. Ну, ну почему? Дайте мне стул. Мне стул нужен. Но если я вам дам свое имя, я скажу: придешь к моей жене и скажешь: Максим сказал дать стул. Знаете, что произойдет? Очень интересная вещь. Вы придете к моей жене и скажете: Максим сказал дать стул. Совершенно по-другому для нее прозвучит установка. А, Максим? Точно сказал? Да. Вот он бумажку дал, здесь имя его написано. Вот, дать стул. Максим. Там, где есть имя, там есть власть. Ты получишь стул, если ты, если я тебе дам свое имя, но тебе не даю имя мое, чтобы ты ходил к моей жене за стулом, не получится от не стула, некоторые уже рванули к моему дому за стульями, итак, имя это власть, именем короля, вы слышали такое в сказках, именем короля, именем короля люди повелевали, Почему это вы будете носить имя короля? У меня герб короля, печать короля, письмо короля. У меня есть его имя. Когда король дает свое имя, тогда кто-то может управлять и иметь сверхъестественную власть. Почему мы имеем власть над бесами? Отвечаю на этот вопрос очень лаконично. Потому что у нас есть имя Иисуса Христа. У нас есть имя Иисуса Христа. Давайте посмотрим, Матфея 7,27, здесь, когда вот эти люди придут к Иисусу и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем, но очень интересно, эти люди не знали Бога, но они говорили от Его имени, Он им скажет, отойдите от меня, я не знаю, Матфея 7,22, извиняюсь, 7,22, Матфея 7,22, а они придут ко мне и скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем творили многие чудеса? Посмотрите, очень интересный момент. Иисус потом скажет, я вас не знаю. Но они наглецы, паршивцы, использовали имя Божие. Они сказали: Господи, ну это не мы, открывай ворота. Мы твоим именем чудеса делали, мы твоим именем бесов гоняли, чудеса творили, пророчествовали. Твое имя супер сильное. А, знаете, вот это потрясающее состояние, когда человек понимает, что если у тебя есть имя Божье, ты можешь многое, многие вещи делать. Не все христиане этого понимают. А вот эти негодяи, они, они знали, что имя Иисуса использует. Иисус говорит, ребята, вы делали это, но я вас не знаю. Идите отсюда. Это очень важный момент понимать, что если ты пользуешься властью, это еще ничего не значит. Если ты видишь, что там кто-то бесов гоняет, и бесы ревут, и пророчества текут, и исцеление происходит, это вообще ничего не значит. Это нужно делать, но это не значит, что человек знает Бога. Существует заблуждение, что если Бог действует, то и имя Иисуса действует, то это значит, все нормально в этой церкви. О, не все нормально. Я знаю, некоторых служителей большой, большой, большие звучные имена. Но там Иисуса нету. Там есть имя Иисуса, они используют имя Иисуса, у них получается, они исцеляют, творят чудеса, но Его лично не знают. Поэтому есть такие коррупционеры, которые используют имя Иисуса Христа, при этом Христа не прославляет, себя прославляет. Евангелие от Марка 9.38. Евангелие от Марка 9.38. Написаны такие слова. И 39 стих. 9 глава 38-39. При всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. Запретили и запретили ему, потому что они не, не ходят за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему. Никто, сотворивший чудо именем моим, не может скорить злословить меня. Посмотрите, интересная вещь. Какой это чудик. Иоанн говорит, что мы ходили и вдруг видим конкурирующую организацию. Мы видим конкурирующую контору. Ходит и говорит именем Иисуса Христа. Господи, он не наш. Что он творит? Запрети его все связать его. Это наш бренд, он наша корпорация. Он не в нашей компании. Иисус говорит, да, расслабься. Потому что он понял власть. Власть в имени. Кто-то, не верующий в Иисуса, он ходит и использует имя Иисуса Христа когда мне кто-то говорит, Максим, нужно всем этим запретить, целителям, которые Бога не ведают. Но Иисус сказал, ну, они используют его имя, ну пусть используют, тебе-то что? Используй тоже. Многие хотят запретить этому, запретить тому проповеднику, запретить тому. Он пускай Бога познает, но Бог с ними свой разговор имеет. Чего нам вмешиваться? Оставьте его. Иисус сказал, оставьте этого чудика. Пусть он продолжает там исцелять во имя мое. Бесов изгоняет. Конечно, не, не будьте наивными, не верьте, что в бесы в вас находятся. Бесов вас нету. Если вы только верите в них, то тогда многие христиан, знаете, убеждают, что в них бесы есть. Это такая ересь последнего времени, вообще церковь захлестнула. У вас бесы есть. Ко мне подошла женщина, уже верит лет 20, и говорит, пастор, у меня два беса осталось. Я говорю, в смысле два беса? Мне сказали еще три проклятия. Я смотрел на нее, говорю, женщина, кто тебе такую чушь спорол? Но ну, нас учили, что у нас есть бесы и проклятия. Я вот чувствую, что мне что-то не то, я думаю, это бесы и проклятия. Это, это, это ахинея. Итак, очень важное место. Мы видели человека, который не с нами, но использует имя Иисуса Христа. Это вопрос о пользовании именем Иисуса Христа. Вы можете использовать имя Иисуса Христа. И другие могут использовать имя Иисуса Христа. Это не говорит о том, что Христос их поддерживает. Нет. Это не говорит о том, что Христос за них нет. Это не говорит об их э, отношениях. Нет. Использование имени Иисуса Христа дает сверхъестественную власть. Это не дает отношения с Богом. Это дает тебе силу для использования. Мы знаем очень часто, когда, например, какие-то эти люди от Царя приходили именем Короля и творили зло. Теперь... Царь не знал этого. Они от его имени творили зло и что-то именем царя делали. Когда царь узнавал, он наказывал этих негодяев, которые делали а, зло, которые творили зло, используя его имя. Творили зло, используя его имя. А, но это дело царя, не ваше дело. Вы же имеете имя, используйте его. При этом не забывайте, что вы дети Божии и что вы, что вы призваны Господом. Используйте имя. И Иисуса Христа Иисус наш друг Амин Идем дальше, продолжаем а, Когда, помните мы читали в прошлый раз Деяние 16 глава 18 стих а, Эта же девочка ходила Говорит про Бес кричал И а, Павел вознегодовав, Обратился и сказал Духу Именем Иисуса Христа Повелеваю тебе выйти из нее И Дух тотчас вышел это история изгнания беса из этой девочки. Луки 949 А, это мы уже читали это. Именем твоим запретили ему. Да и подходим к Марка 16 главе. Что мы можем делать именем Иисуса Христа? Откройте Марка 16 глава, Евангелие от Марка 16 глава. И 17 стиха. У верующих будут сопровождать знамения. Именем моим... Первое, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и что смертоносное выпить не повредит, возложат руки на больных и они будут здоровы именем моим. Мы побеждаем дьявола, мы исцеляем болезни, мы говорим новыми языками, мы именем Иисуса Христа не боимся ничего смертоносного, ни яда, ни змей. Мы не боимся ничего смертоносного. Ой, там какие-то сейчас продукты вредные, все вредно. Мы не боимся ничего смертоносного. Ой, еда такая отравленная. Мы не боимся ничего смертоносного. Именем Иисуса Христа. Амин. Дорогие мои, наша вера во имя Иисуса Христа. Наши дела во имя Иисуса Христа. Наша реакция на жизнь во имя Иисуса Христа. Наше хождение – Спасение, прощения во имени Иисуса Христа. Все, что мы делаем, связано с именем Иисуса Христа. И вот мы подошли к самому главному пункту. Многие так беспокойны. Исцеление и чудеса. В действительности, многие люди молятся, Господи, исцели, если хочешь, Господи, если там Во имя Иисуса Христа. Мы будем говорить с вами на эту тему, во вторник, у нас понедельник, суббота, выходной, во вторник начнем говорить о исцелении и будем молиться во имя Иисуса Христа. Связывать всякие болезни именем Иисуса Христа. Упражняйтесь в молитве. Используйте имя Иисуса Христа как рычаг власти над болезнями, над бесами, над ситуацией. Используйте имя Иисуса Христа. Когда мой самолет свалился на взлетную полосу так сильно, что все в самолете закричали. И большинство кричало «Черт! Проклятие! Маты!» Я единственный кричал «Иисус!» Я закричал имя Иисуса Христа. Это была реакция моментально. Потом я думал, почему я закричал имя Иисуса Христа? Почему? Потому что имя Иисуса Христа это самое важное, что у меня есть. Имя Иисуса Христа вырулит нас из любой ситуации. Имя Иисуса Христа нас вытянет. Когда что-то случается, на тебя нападают, ты погибаешь. Призывай имя Господа. Аллилуйя. Слава, слава Ему, Его имя. Веришь ли ты в имя Иисуса Христа? всякий верующий во имя Его спасется. Я верую в имя Иисуса Христа, Его имя, имя Божье, имя Господа моего, очень сильное, мощное, Его имя в моих устах. Имя Твое в моих устах. Буду прославлять Твое имя. Буду говорить о имени Твоем. Буду превозносить Тебя, Господь. Имя Твое славное. Имя Твое великое и чудное. Имя Твое превыше всего. У Тебя имя самое высокое, Господь я поклоняюсь пред именем Твоим, я вдохновлен именем Твоим, я живу именем Твоим, я прославляю Твое святое имя, свят Господь, да святится имя Твое, да святится имя Твое, Иисус, да святится имя Твое, да святится имя Твое, Аллилуйя. Имя Иисуса превыше всех. Имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя за Твое имя. Господь, пускай Твое имя будет в наших устах. Твое имя будет над нами. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Аминь. В следующий раз мы начнем с места Писания. Деяние 3.16. Золото и серебра не имею. Нет у меня. А что имею, то даю. Что у меня есть? У меня есть имя Иисуса. Деяние 3.6. Во имя Иисуса Христа. Назаре, встань и ходи. О слава Богу, о слава, о слава, о слава. Аллилуйя. Потрясающее имя, потрясающая атмосфера, потрясающая радость. Дорогие мои, наш эфир подходит к концу. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса молюсь о каждом из вас да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь, да поддержит тебя Господь, да вдохновит тебя, да откроет окна небесные, зальет радость в твою жизнь во имя Иисуса Христа. Благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа и все скажем. Аминь. Наш эфир подошел к концу, у меня последняя минута. Я обращаюсь к каждому из вас. Примите участие в Божьем деле. Ты скажешь, как это сделать? Ну вот сюда зайди хотя бы. Зайдите на сайт cnl.tv и поддержите нас прямо сейчас. Вы можете поддержать Божье дело. Благодарю Бога за поддержку, за ваше участие. Благодарю за то, что вы участвуете в Божьем деле. Благодарю за то, что вы помогаете нам за то, что вы открываете для нас возможности. Благодарю Бога за каждого из вас. Пусть Бог благословит вас. Вместе мы сила. Вместе мы можем многое сделать. Вместе мы можем распространять Евангелие. Я хочу, чтобы имя Иисуса распространилось по всему лицу земли. Я хочу, во-первых, чтобы наш народ русскоязычный познал Господа. Что имеет русскоязычный? Да, все бывшие Советско Союзные. Для меня грузины, армяне, украинцы, русские, белорусы, казахи, киргизы, узбеки это весь один мой любимый народ прибалты, э, славяне, кавказцы, азиаты. Да, мы, мы были соединены в одной империи, зла, но сегодня мы вместе славим Господа. Помогите мне распространять Евангелие Иисуса Христа. Помогите мне доносить благую весть до всех людей помогите мне. Ваши десятины приношения помогают расширять Царство Божие. Я верю, что ваши десятины сделают так много, и многие прославят имя Господа Иисуса Христа. Это была третья передача из серии об имени Иисуса Христа. И во имя Иисуса я благословляю вас. Встретимся вскоре. Будьте благословенны. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.